Армения поставила перед собой программу перевооружения. Эта страна снова готовится вооружить свою армию. Как передает Ахар Ас, такое мнение высказал в интервью местным СМИ бывший сотрудник Министерства обороны Азербайджана, военный эксперт Азат Исазади. Армения уже запустила первый свой спутник. Подчеркивается, что этот спутник поможет контролировать наземные границы Армении. Ереван намерен закупить в Индии военные беспилотники. С этой целью в июне этого года делегация Минобороны Армении побывала в Дели. Первой об этом сообщила англоязычная газета Мумбаи DNA India. Напомним, что в ходе последней войны азербайджанские спутники работали в связке с системой ударных беспилотников, оказывали помощь атакам дронов. Похоже, армяне решили скопировать наш сценарий. Эта тактика уничтожила военную мощь армян за 44 дня. Мы понимаем, что даже в случае подписания мирного соглашения, даже в случае демаркации границ между нашими государствами, нет никаких гарантий, что Армения не вернется в будущем к территориальным претензиям по отношению к Азербайджану. Поэтому успокаиваться нельзя. Надо все время отслеживать попытки военного строительства в Армении и, соответственно, по мере развития каких-то направлений в вооруженных силах этой страны, мы должны противопоставлять какие-то свои разработки или закупать новое вооружение, что, кстати, так и продолжается, сказал сотрудник Министерства обороны Азербайджана, военный эксперт Азат Исазади. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.